История последней прививки девочки. Как сделали прививку девочки, и она через 12 часов умерла. Смотрим исходник. В Бразилии была остановлена на время так называемая вакцинация, то, как они называют, потому что девочка-подросток 12 лет, после того, как ей сделали этот экспериментальный укол, она через 12 часов умирает внезапно, ни с того, ни с сего. Родители об этом написали, опубликовали. Через некоторое время приходит ответ от чиновников из системы здравоохранения, что нет, это никоим образом не было связано с использованием Pfizer. Никоим образом. Знаете, что интересно? То вот если проверять страницу, на которой писали родители об этой ситуации, ее уже нет. А зато есть ответ чиновников, что это никоим образом не связано. Но всегда же ведь мы должны рассматривать факты не просто единичными, а именно в совокупности. То есть, а что было, что предшествовало? Ну вот это часто в медицине. Вот взяли какой-то один показатель. Это хорошо или плохо? Ну, надо интерпретировать, смотреть в динамике. И здесь, ну вот мы получили ответ от чиновника. Нет, не связано. А что было-то? А вот что было, они не показывают и не рассказывают. И почему-то мы должны им верить.